шла речь о том, и есть, на мой взгляд, такие положительные сигналы о том, что наши предложения, уже на протяжении многих лет озвученные по реконструкции наших рыбоводных заводов, они услышаны в проекте программы на 18-20 годы реконструкция наших заводов. Прежде всего они касаются наших четырех заводов Ольского, Янского, других заводов. Будут предусмотрены средства на подготовку проектной документации и начало реконструкции в соответствии с теми задачами, которые стоят перед нашей отраслью, прежде всего направленных на восстановление и увеличение стада лососевых. Для нас это является важной составляющей. Эта путина подтверждает, что вообще этот процесс у нас действительно уже идет, и мы видим, по сравнению с теми прогнозами, которые предоставляются наукой, увеличение подхода стада лососевых. Это, наверное, результат в том числе и той деятельности по сохранению тех решений, которые мы принимаем здесь, для того, чтобы наши нерестовые речки заполнялись и подходы увеличивались. Этот процесс сегодня происходит. Ну, мы также просили Дмитрия Анатольевича Медведева рассмотреть наши предложения, связанные с очисткой наших вод. Это касается не только Магадана, это заброшенные суда, которые в том числе и в бухте Нагаева, с тем, чтобы сама процедура возможности более быстрого решения очищения наших морских бухт, ну, я имею в виду прежде всего бухту Нагаева, мы имели возможность сделать это гораздо быстрее и оперативнее. Ну и в целом совещание направлено на то, чтобы те проблемы, которые наши рыбопромышленники озвучивают постоянно, в частности по более оперативному рассмотрению и деятельности комиссии по анадромным рыбам, принимались быстрее с точки зрения корректировки прогноза, увеличения квот на добычу наших водно-биологических ресурсов. Такие поручения председатель правительства дал. Я надеюсь, что этот процесс и дальше решение проблем рыбохозяйственного комплекса будет идти успешно.